Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами очень сильным рецептом омолаживающей маски. Но для начала я хочу попросить вас поставить лайк, написать комментарий и поделиться этим видео с друзьями. Любая ваша активность очень сильно меня радует и помогает развитию моего канала. А теперь перейдем к маске, которая и от морщин помогает избавиться, и с пигментацией помогает бороться. А еще эта маска нормализует выделение себума и улучшает текстуру кожи. И чтобы сделать эту омолаживающую маску, необходимо взять одну чайную ложку репейного масла, одну чайную ложку сметаны, одну чайную ложку алоэ, одну чайную ложку лимонного сока и одну чайную ложку муки. Перемешайте все компоненты и затем нанесите эту маску на очищенную кожу лица, шеи и декольте. А под глаза эту маску лучше не наносить, так как лимонный сок может раздражать чувствительную и тонкую кожу. Поэтому на эту зону можно нанести либо каплю репейного масла, либо небольшое количество геля алоэ. Через 20 минут смойте маску водой и нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску нужно два раза в неделю в вечернее время суток. А утром обязательно нужно использовать санскрин. И напоминаю вам, что перед первым применением маски вы обязательно должны сделать тест на аллергию на сгибе локтя.